На этом уроке, иншаллах, мы поговорим о последнем третьем виде. Третьем виде слов, которые состоят из более чем трех букв. Мы поговорили о шаблонах для первообразных слов, состоящих из четырех или пяти корневых букв. Также мы поговорили о шаблонах для производных слов, образованных путем повтора айна или ляма то есть повтора второй или третьей корневых букв как фааля, например, или ифаля. На этом уроке мы поговорим для шаблона для третьего вида слов, а именно слов, которые имеются более трех букв, но которые не относятся к двум изученным видам. То есть они не все являются корневыми, а также не все являются повтором корневых букв. Не являются повтором корневых букв. Третий вид слова – это слова, имена или глаголы, производные от трех или четырех буквенного корня основу путем добавления одной из десяти букв, которая для удобства запоминания собрана в фразу в предложении «Алиома Танцаху» со значением «Сегодня ты забудешь его» или «Ю». Или же «Саальтмуниха» – «Вы уже спрашивали меня о них» или «Они». Это буквы «Син», «Хамза», «Лам», «Та», «Мим», «Вау», «Нун», «Я», «Ха» и «Алиф». Если перед нами какое-либо слово, в котором имеется больше трех букв, и которые не все являются корневыми, а также не являются повтором корневых букв, то такие буквы будут только с числа этих 10 букв. Фразы, то есть фразы «Алиома танза, продолжение «Алиома Танцах» или «Алиома» э, или сальтамуни Муниха», а также «Хана Утаслим» и так далее, то есть много вариантов. Почему мы исключили два предыдущих вида? Потому что если перед нами корневую букву или букву, являющиеся повтором корневых букв, то есть вторую э, или третью букву, то это могут быть любую букву алфавита, то есть все 28 букв. Например, слово Дарбаха, где нет ни одной из этих букв. То же самое, например, слово Дахарджа, потому что это первообразное слово. Здесь нет этого условия. А в словах Наси, например, или Васуса, они эти буквы есть, то есть одна или две из этих букв есть, но они не являются добавочными. Также, например, слово Кабра, в глаголе Кабра, добавлено, например, букву «ба», которая не среди этих 10 букв. Почему? Потому что она является повтором корневой буквы. А в повторе а такой может быть любая из этих 10 букв. Другой такой же пример, например, из да, где у нас буква ВАУ, являющаяся одной из этих 10 букв, является корневой. А также имеется добавленная буква да. ДА. так как она здесь у нас является повтором корневой буквы. А мы сказали, что корневой буквы или добавочный букв являющийся повтором корневой буквы, может быть любая алфавитная буква. Однако буква, которая добавляется извне, будет только одной из этих 10 букв. Если мы хотим провести шаблон или же модель слова «будь то имя» или глагол, в котором добавлена одна из этих десяти букв, то так же, как и в взвешиваемом слове, эти же буквы будут добавлены и в его возле, в шаблоне, в образце, как есть. Например, «акрама» по модели «афаль». Мы видим, что «хамза» с добавлением «хамза». «Хамза» у нас имеется как в взвешиваемом, рассматриваемом слове «акрама», так и в его форме в модели шаблоне «афаля». То же самое «кателя» и «фааля» с добавлением «алифа» после первой корневой буквы. То же самое мактубун по модели мафун с добавлением мимо и вава. Иногда в слое может иметься два вида добавления. То есть первое это повтор корневой буквы, то есть буква айна или нами. Второе и добавление одной из этих десяти букв, например, слово тахасан по модели тафаля. Вначале у нас добавлена буква та, которая не является повтором корневой буквы, а является одной из этих десяти букв а также с добавлением буквы «син», которая является повтором второй корневой буквы, то есть «айна» этого глагола, вследствие чего она может не быть из числа этих 10 букв. Другой пример «исвада» по модели ифал с добавлением двух букв из этих же 10 букв, а именно «хамзы» в начале и «алиф» после «айна», то есть после «вау», так как эти две буквы здесь не корневые и не являются повтором корневых букв а также добавлением буквы даль на конце, являющейся повтором третьей корневой буквы. Поэтому эта буква у нас могла не быть одной из этих 10 букв. Приведем для этих 10 букв другие примеры. Например, «Истафара», шаблон истафаля модель «Истафала». Здесь у нас добавлен сразу три буквы из этих 10 букв. Это «Хамза», «Син» и «Та». «Мустафарун» по модели шаблон «Мустафалюн». Тоже добавлены три буквы. «Мим», «Син» и «Та» и по модели шаблон и фаулен, добавлен две буквы соединительные хамза и нун корню основы харджима. к Каяти по модели фаалин добавлен алиф и та та марбута на конце. И по модели и фаулен, добавлен хамза и две буквы вау. Удвоенный букв считается за две буквы. их хдауда по модели и фаалин добавлен хамза являющийся одной из этих десяти букв и одна из двух букв вау, не относящаяся к этим десяти буквам и одна из двух букв «даль», не относящаяся к этим десяти буквам, так как эта буква здесь является повтором корневой буквы. Мы сказали, что в этом случае добавляемая буква может быть любой алфавитной буквы. На этом, хула мы закончили этот курс.